Ведь все-таки она началась, когда мне было 1,5 года. Но я вот вспоминаю стихи из поэмы «Пулковский меридиан» Веры Инбер, где она писала вот о ребятишках, о детях, что они как маленький березовый росток, что ожил в теплоте землянки и вырос на стене, как на полянке. Существовать же долго он не мог. Хирел, мечтал о солнце, как о чуде, и вздрагивал от грохота орудий. Вот, так мама говорила, что в основном как бы я был практически почти заброшен, потому что вот эмоциональные чувства у родителей к детям, они все-таки немножко притуплялись в связи с тем, что был голод, что был холод и так далее. И мама рассказывала, что я все время кричал «хеба, хеба», то есть я мечтал о хлебе, которого было очень мало. Ну, я часто вспоминаю рассказы отца о том, как он встретил свой день рождения в первую блокадную зиму. Это январь 42-го года. Он служил на Тихвинском фронте. Это был такой довольно горячий участок. Там много было боевых действий. Поскольку он был архитектор, то он занимался проектированием, строительством и обслуживанием эксплуатацией прифронтовых аэродромов. И 20 января 1942 года, в день рождения, командование решило его поощрить кратковременной командировкой в Ленинград, чтобы он смог навестить родителей. Он сопровождал какой-то груз на грузовичке, на знаменитой полуторке. И, соответственно, путь лежал через ледовую дорогу жизни, через Ладожское озеро, при жутчайших морозах. Вообще, крещенские морозы 1942 года – это легендарные морозы, там под 40 градусов температура была. Но в конечном счете он добрался вот до этой комнатки в коммунальной квартире на Невском 104, о которой я сказал, и застал там своего отца, который варил какую-то похлебку из столярного клея. Был, конечно, сильно исхудавший. Отец достал свой вещмешок и извлек из него содержимое. Там был протпайок, как это называлось, технического состава ВВС действующей армии, так, кажется, это называлось. И, кроме того, офицерский доппайок. А содержание пайка – это были консервы, это были крупа, сахар и хлеб. Когда отец его увидел все это богатство, он ему сказал: «Сын, ты спас мне жизнь». Ну, жили, конечно, голодно. Конечно, вот помогали вот эти обеды, которые дед имел благодаря помощи академика Арбели. Ну, и в особенности запомнилось, он очень помог одному охотнику, у которого было повреждение спинного мозга. И вот он в знак благодарности принес тетерево. Это такой праздник был для всей семьи, тетерев во время войны. Снаряды рвутся. Мама говорит: «Ты знаешь, Миша, ведь если нас убьют, то хлеб-то останется. Давай съедим». Говорит: «Давай». И вот мы ели. Ну, не все съели, но прекратился обстрел. Думаю, что дом наш нас уберегал тоже. В него ни разу не попадали бомбы. Ну, какие-то там, как я помню, зажигательные бомбы падали на крышу, но с зажигательными бомбами ленинградцы справлялись достаточно просто. И на фонтанку мама ходила с бидончиком за водой. Поскольку люди были ослаблены, и часть не могли подняться по льду на набережную, и иногда падали, и вода эта разливалась, то спуск к воде был похож на ледяную горку.
Конечно, 12-летней девочке было крайне сложно спуститься до проруби, набрать воду и принести ее домой. И вот надо сказать, что окружающие люди, если они могли, если у них было достаточно сил, пытались помочь друг другу. И мама рассказывала, что взрослые, зачерпнув воды, передавали ей наверх на набережную иногда воду, чтобы она не спускалась, потому что подняться было крайне сложно. Мы, квартира у мамы и папы была на Пряжке, там же на территории больницы, там, где сотрудники все жили. Папа, мама. И я тоже самое там работала. Работала в приемном покое. Принимала больных. Ну вот. Ну и так мы существовали, как больные. Ходили за питанием в столовую больничную. Ездили вот перекапывать картофельные поля. Кстати, вот там я впервые увидел немецкие самолеты. Эскадрилья бомбардировщиков шла низко. И открылась пальба из зениток, из зенитных пулеметов. Родители перепугались. Конечно, думали, что шмякают кругом осколки. А мне было очень любопытно. Копали сладкую землю вот на месте сгоревших бодайских складов. Немножко это у нас хранилось вот на всякий такой пожарный случай. Вот настаивали, в воде сливали. Какая-то сладость была. Но ненадолго этого хватило. Ну и мама боялась, конечно, больше всего боялась и за меня. Она всегда рассказывала, что все, что было, все мне, как-то меня поддерживали, а сами они вот одна опухла, вторая была в истощении. Этот дубовый буфет имел полку, и полка эта была по углу, разрезана, распилена до конца, вот до самого буфета. Я спрашиваю как-то, папа, что с буфетом-то у вас? Чего вы его пилили-то? Так говорит, Витя, его мы не пилили. В блокаду люди пилили всяческую мебель, чтобы согреться. И этот буфет наши соседи пытались распилить. Но это такое качество дуба, что его пилить трудно. И состояние людей, у которых сил было в блокаду, так, что они распилить этот буфет не смогли. Вначале, когда можно было уехать, можно было эвакуироваться, никто не верил в то, что город могут сдать. И никто не верил, что может быть вот такая блокада. Небо горит. А как небо горит? Стреляют зенитки, разрывы. Стреляют самолеты. Воздушный бой идет. Пулеметы, трассирующие эти пули, они дают тоже определенную цветовую гамму. И горят аэростаты воздушного заграждения, потому что они тоже в воздухе загорались и падали, плюс прожектора. И вот все это смешивается со звуками бомбежки и, так сказать, оставляет неизгладимый след, конечно, в памяти, особенно у ребенка. Это несмотря на голод, несмотря на блокаду, врачи находили силы для того, чтобы... Вот, смотрите, вот
даже капилляроскопия для того, чтобы и таблицы, для того, чтобы заниматься этой наукой. И уже потом Михаил Васильевич, это под редакцией Михаила Васильевича Чернорудского, Михаил Васильевич вот собрал это все и опубликовали эту книгу «Алиментарная дистрофия в блокированном городе Ленинграде». Это было бесконечное умирание, и это было страшно. Ты идешь утром туда, где ты сейчас что-то делаешь, где-то что-то помогаешь, что-то помогаешь, но практически от тебя пользы очень мало, потому что ты очень слаб, у тебя нет никаких сил для того, чтобы что-то путное сделать, но тем не менее ты пытаешься сделать. Потому что это голодание, оно так просто не проходит. Если ты уже оказался почти мертвецом, так ты им и будешь. Профессор Ставская, ее обходы. Обязательно вместе с медсестрой. Медсестра имеет полотенце для того, чтобы она могла от больного к больному притереть влажным полотенцем руки. Ведь согласитесь, в блокаду не было инфекционных заболеваний. Одна из причин – это вот правильное понимание гигиены, несмотря ни на что. От больного к больному нужно руки протереть влажным полотенцем. И любопытная маленькая деталь. 1 сентября, поступив в первый мед 64 года, ну так случилось, что я попал на больничную койку, именно в эту третью терапию. И одна из первых встреч – санитарка, баба Ира. Она два раза в день мыла полы. И моя будущая супруга работала медсестрой, я помню, как она ее ругала. Не надо судно подавать больным, у тебя руки должны быть чисты. Ну, представь себе, вдруг бомба упадет. Ну, например, я помню хорошо, как в наш дом попала бомба в 44-м году, когда мне уже шел пятый год. И на меня тогда произвело впечатление, что все двери, которые так тщательно закрывались, всегда они распахнулись после этого взрыва. И помню, как вот этот вот дом шатался. Когда ложились спать, мама всегда клала мне на голову вот так скрещенные руки. Ну, в такой несколько наивной надежде, что если упадет там штукатурка или еще что-то, то она не сразу по голове ребенку ударит, а попадет на ее руки, может быть, как-то она сможет защитить. Немножко наивно, но, тем не менее, это тоже то, что остается на всю жизнь. В общем, эвакуация не обсуждалась, и я прожил всю блокаду здесь. И, конечно, вот судьба просто оказалась милостива ко мне, что я выжил, потому что никаких преференций, как говорят, никаких привилегий совершенно у меня не было. Это, по-видимому, гены. Значит, мы уже, ну, как бы подходили к дому, где жила моя бабушка, а это Щербаков переулок, это недалеко от Невского проспекта, вот, и бомба попала в этот дом. И мама забыла там о кульке с макаронами и так далее, что я потерял. И было главное, жива ли бабушка, попала ли вот в этот флигель бомба или нет. И для нас была колоссальная радость. И я как бы помню вот такой, знаете, дым от взрыва. Я помню, что пол дома полностью обвалилось.
Но тот флигель, где жила бабушка, он остался цел. И вот открылась дверь, значит, тоже синий свет, затемненная комнатушка, где жила бабушка. Но то, что она оказалась жива, это было для нас огромной радостью. И вот в 43-м году, когда был разгром фрицев, как мы их называли, под Сталинградом, то мы уже вот трехлетние ребятишки, мы радовались вот этому событию, но и с точки зрения того интеллекта, который у нас был, мы эти события обсуждали. Но это, конечно, была большая радость. Вот когда уже, вероятно, был прорыв блокады, или когда сняли блокаду, и вот я помню, как папа натер, значит, корочку хлеба чесноком, полил из чайной ложечки этот кусочек хлеба маслом, это, знаете, было для нас как самый вкусный торт или как самое вкусное пирожное. Должны были эвакуировать Трест, и нас тоже должны были эвакуировать. И поэтому мы совершенно не были готовы к блокаде абсолютно. Мы ждали вот-вот-вот-вот-вот-вот. 8 сентября мы приехали на вокзал с вещичками, и казалось, что ехать уже невозможно. Значит, радио на все время работало, естественно, сирена. И я стрелой через несколько ступенек, мы жили на 4-м этаже, а у нас было прекрасное газоубежище. Не просто бомбоубежище, газоубежище, раньше еще оборудованное. До войны. Вот туда припустил. А потом привыкли. А потом вообще перестали ходить. Главное, что запомнилось от блокады, это состояние голода и холода. Но от холода, от боязни холода, слава богу, я отвык. А вот голод меня преследовал лет, наверное, до 16. Дома книг почти практически не осталось. Только одна-две-то, может быть. А, кстати, нет, остался Лев Толстой. Лев Толстой, почти полное собрание. Ну, полное собрание, ну, как сказать, все целиком сжечь. А мама оказалась крепкая женщина. Вот 6 марта я уже еле ходил. Она меня на саночках, сначала вещички на саночках, потом меня отвезла на Финляндский вокзал. И поехали до Ладоги. И там на грузовичке под брезентом через Ладогу. И вот так случилось. Подошла машина, чтобы везти вещи и детей на Московский вокзал, а это на улице Восстания. 183-я школа. И тут вдруг потерялся мой брат. Его нет. Ну, мама в слезы. Все вещи грузят. Наши чемоданчики стоят надписанные. И у меня, так сказать, на руке привязана клееночка с указанием фамилии, место рождения, даты рождения. А брата нет. И тогда директор сказал, что, знаете, завтра вы поедете, еще будет завтра у нас отправлена, так сказать, часть школы. И они уехали. Брат нашелся. Но завтра уже не состоялось. Завтра была захвачена МГА, это узловая станция на железной дороге, и эвакуация поездом прекратилась. Ну и уже знали, что психические больные других больниц, которые уже подпали вот под захват немцами, были расстреляны. И поэтому бабушка решила, вот Елена Александровна, вывести их. И она срочно, под утро уже их всех собирала. Они со своим барахлишком, что только могли, собрали. Там и подушки даже с собой брали, в узлы, все, что можно, побросали.
И вот несколько сот этих больных сели, были посажены в этот поезд, который шел в Ленинград. Это был предпоследний поезд. Там дальше конечная станция была Рабочий поселок. Ну вот потом еще один поезд отошел оттуда. Ну, в общем, она спасла их. Нас в начале июня, то есть в начале июля вывезли. Это стояли рядом со стадионом Ленина в этой Ждановке. Стояли три баржи, оборудованные крышами. Там внутри были сделаны нары, на крышах стояли счетверенные пулеметы, и весь этот конструкторское бюро вместе с родственниками всех поместили в этот самый три баржи и вывезли через Волгобалт и через Рыбинское море и туда, на Волгу. Ехали мы с таким разговором: ничего не берите, едем на три месяца. Через три месяца фашистов прогоним. Мама говорила, что вот сама эвакуация, она проходила на открытых грузовых машинах, которые назывались «полуторки». И машины эти шли по льду Ладожского озера, по так называемой «дороге жизни». И для того, чтобы избежать попадания в полыньи, а полынья – это та открытая вода, которая оставалась после попадания бомбы, которая разрушала лед, и нередко машины уходили под лед, просто столкнувшись вот с этой полыньей, припорошенной снегом. Для того, чтобы этого избежать, на льду Ладожского озера на специальных деревянных тумбах стояли молодые девушки, военнослужащие, на ветру, на страшном морозе, и они показывали флажками путь, по которому должны были двигаться грузовики. Они провели в блокаде все годы блокады, никуда не уезжали из Петербурга, пережили эту блокаду. И вот то, что рассказывал дядя Петя, то, что он видит, что она была маленькая миниатюрная женщина. Он говорит, она худеет, слабеет. Я говорю, вот чувствую, что она помрет. Тогда я, говорит, договорился с главным хирургом фронта о том, чтобы ее самолетом отправили на Большую Землю. Я, говорит, ей об этом сказал. И она категорически отказалась уезжать. Я, говорит, если умру, Петя, то здесь с тобой. Выжила и жила до 75 лет. Но в апреле 44 года мы вернулись в Ленинград. Тогда уже разрешили возвращаться эвакуированным. Ну, ехали в товарном вагоне, подъезжая к городу, видели много разбитой техники военной по сторонам дороги железнодорожной. И в городе очень много было разрушенных зданий. Купола соборов, шпиль Петропавловки, здания на Дворцовой набережной, вот, в частности, Эрмитаж, Зимний дворец, все были покрыты такой защитной камуфляжной окраской с такими зелеными разводами. Ну и город был совершенно пустынный. На улицах, по сути дела, почти никого и не было видно. Но первое впечатление, когда мы приехали, салют. Не помню, в честь чего. Не помню, в честь чего. Может, в честь 7 ноября. Не знаю. Ну, скорее всего, в честь какой-то победы очередной. 44-й год, что осень, там уже победа за победой шла. Маме на работе сказали, потом соседи к нам приходили, которые тоже где-то в управлении совхозным работали. И вот все нас поздравляли и говорили, что, наверное, вы можете уже думать о том, как вернуться. Как мы возвращались, вот, и кто нам как-то помог, и отвезли нас, и вот мы приехали. Но здесь нас ничего хорошего не ждало в городе. Все было очень сложно, потому что квартира наша была занята. Какие-то вещи, поскольку папа был инженер, работал на сталепрокатном заводе, а бабушка была великолепной портнихой, какие-то более или менее приличные вещи были. И они практически все ушли. Их покупали.
И мама даже мне, вот мне сейчас помнится, показывала, вот этот человек у нас покупал вещи. То есть были люди, которые скупали очень дешево все, что стоило очень дорого. Вот удивительно, мне даже уже мне запомнилось невероятное родство вот близких соседей. Даже не близких соседей, а соседей по подъезду. Все знали друг друга. Все знали заботы друг друга. Все старались помочь друг другу. И вы знаете, вот что удивительно. Я учился в школе недалеко от Сенной площади, площадь Мира сейчас называется, и там военнопленные фрицы, как мы их называли, вот, они там строили дома, то есть воссоздавали то, что они разрушили. И, значит, они там рыли какие-то глубокие и длинные канавы. И вот я удивляюсь, ведь сколько горя принесли они нашим людям, но тем не менее, когда вот мы ходили в школу, то наши мамы, соседи по квартире, они, вы знаете, им было жалко вот этих военнопленных, как это ни странно. И они давали нам по кусочку хлеба с маслом, чтобы мы могли вот немцам, значит, передать вот эти, ну, такие маленькие угощения, которые были приняты всегда с огромной благодарностью. Мы вернулись в 44-м году, летом, вот как только восстановили, поезд был украшен флагами, на нескольких станциях оркестр был. Так что, смотрите, какие прекрасные воспоминания детские, что на день рождения, тем не менее, мама, это уже май, это уже было жить тогда получше, тогда уже даже и детские сады заработали. Но она открыла шпроты. И с тех пор я считаю действительно, что это самая вкусная еда. И переживаю, когда на столе стоят открытые шпроты, а все едят что-то другое. Показывали по телевизору и в кино, в хронике, показывали вот этот фильм «Салют» 27 января 1944 года по случаю снятия блокады. И мне мама сказала, что вот смотри, вот в этом уголочке это вот мы с тобой там. И действительно, мне потом мама рассказала, что я тогда болел. И несмотря на то, что я был с температурой, все равно на салют на этот меня взяли.